Всем привет, всем привет! Всем прекрасное солнечное утро, день с города Бреста. Здесь такое интересное место, сквер такой красивый. Прямо в центре города Бреста, за площадью Ленина, кто не знает. Посмотрю, как это называется, сквер. Очень тихое, хорошее, спокойное место в центре города. А я уже сходила в церковь, да. Занесла муку. Кстати, люди несли еще сахар. Вот я вам говорила, что мука, подсолнечное масло, сахар, вино. Это все еще раз делают эти вот всякие просверки, освещаются. Вот, был целый стол всего. И знаете, сделала вывод, что мне надо почаще ходить в церковь, потому что я зашла, меня так обрадовалась душа этому пению, этой, не знаю, какой-то радости небесной, духовной. Я шлентяйка, я вечно утром сплю. И сегодня, кстати, я поставила будильник на 8:30. Да, думала, умоюсь и сразу же пойду это в церковь. Но была еще идея помыть голову. Что вы думаете, в 7:40, даже в 7:30 разбудил меня мой внутренний будильник. Сказал: Ира, вставай, тебе пора собираться, раз ты хотела помыть голову, позавтракать. Значит, надо вставать пораньше. Стою, снимаю, именно в таком положении, не сильно дует ветер. Я вообще люблю снимать, вы знаете, идти и снимать. Одно с другим совмещаю, пойду задом, чтобы, как говорится, не терять время, и заодно очень интересно поболтать. И на улице очень сильно похолодало. 7 градусов прессует, 7 градусов! У меня руки замерзают, вам вот так снимать на телефон. Что делать? Что, доставать зимнюю куртку и сапоги? Вовремя их купил, называется. Вот здесь еще немножко уходящей осенью. Видите, уже многие деревья все без листвы. Здесь еще немножко осталось. Вот такая осенняя сказка. Так, я эти дни как-то было еще ничего. Вчера был сильный ветер. И не было солнца, но не было так холодно. Сегодня так холодно. Вот, я приехала в город. Как вы думаете, зачем? За бутылочкой вина. Хочу устроить себе сегодня такой испанский, не знаю, скорее всего, обед это будет. Еще ступенечки. Ступенечки. Здесь, кстати, было целую кучу листвы, но видно, уже все подмели. Такая красотишка. Так вот, у меня еще лежит хамон, который я привезла с Мадрида. Сыр. 2 недели уже все лежит, потому что это все ест только с вином. Так, само по себе, мне еще невкусно. Я, кстати, была в Мадриде, Кепена, по-испански, как жаль, что я так и не поела хамона, потому что такие были огромные порции в этом ресторане, что мне уже хамон не лез. А вечером я не люблю есть хамон. Он такой, знаете, долгоиграющий, до переваривания. Вечером нужно, что полегче, конечно, есть. Сыры там, какие-то закуски. Вот, ну и за 3 дня я не в состоянии было все успеть попробовать и съесть. Но вина испанского пила и сыра, да, поела. Так что мне надо это купить вина какого-нибудь вкусного, желательно испанского, да. Сейчас пойду в магазин, посмотрю, что там будет. Куплю себе винчик, хамончик, сырочек, овечий открою. И хотим сделать мясо по-французски. Вчера я купила куриную грудку. Так что будем сегодня запекать вкусняшку. Все, прячу руку, потому что очень холодно снимать. Немного вам еще, конечно, площадь Ленина. Здесь у нас на Новый год стоит елка. Вот здесь в углу стоит елка и всякая здесь иллюминация. А мне вот в эту сторону магазин будет. Так, а я уже дома. Кулинарию в поте лица. Юля, говорю, приглашаю тебя на испанский обед. А потом говорю, испанский, итальянский и французский, потому что у меня испанский хамон и сыр, еще буду показывать, итальянское вино и французское блюдо, да. Смотрите, какие у меня вкусняшки. Испанский хамон, гран-резерва, по-моему, что-то 43 евро за килограмм был, я покупала в Корт-Инглес в этом, господи, в Мадриде. С Мадрида вот я привезла этот хамон, не открывала, я уже его открыла, чтобы подышал. Кто не знает, покупайте хамон, он был раскрытый, это я уже для съемок его закрыла. Надо, чтобы час подышал, ну хотя бы полчаса, чтобы подышал этот пластиковый хамон. Желательно выложить на тарелочку, но я его решила так оставить. Сыр у меня здесь уже поплыл, овечий с кесо курадо, овечий выдержанный сыр. Здесь у меня помидоры под сыром. И итальянское вино.
Вот это итальянское вино я покупала летом, к подружке ходила. Испанского хорошего вина не было. Купила вот это Пава Нера, итальянское сухое вино. Где-то 7 евро стоит, 24 белорусских рубля. Вот, здесь у меня десертики. И, конечно же, самое главное, это горячее. Это... У нас, кстати, новые прихватки. Юля пошила красивые прихватки. Это горячее мясо по-французски. Аппетитно, смотрите, как выглядит. Я пытаюсь его сфокусировать, и, как я говорила, секрет, добавляю немножко водички, чтобы оно вот так потушилось, и была мягкая картошечка. Ну и на десерт у нас целая куча вкусняшек. Такая хованка по-белорусски. Место, где спрятаны всякие вкусняшки, смотрите. Это что мне Ира привезла из Германии. Но это была вот эта шоколадка с Франции. Это моя была шоколадка, еще я не открывала. И здесь целая куча. Твикс такой. Твиксикой. Ну все. Еще вот такая немецкая шоколадка. Так, здесь мы доедаем Милку. Юля вчера покупала вот такие белорусские конфеты, тоже вкусные. Все, будем садиться пировать. Уже слюни текут, полчетвертого вечера. Посмотрите, какая красота. Осталось всю красоту порезать и положить на тарелочку. И будем садиться вкусненько обедать. Все, мы вкусненько поели, даже выпили по кофе с конфетками и шоколадками. И решили, что надо наши шоколадки ложить в холодильник, потому что все растаяло, дома такая жара, что капец. Будем сейчас есть семечки и смотреть интересное кино. Но прежде я хотела записать ответ, не скажу моим хейтерам, но тем людям, которые не согласны со мной. Надеюсь, меня хорошо видно, слышно. Сейчас пришел комментарий от Галины Савельева, по-моему, что я такая красивая. Учитывая, что человек мне постоянно писал какую-то, не хочу сказать, бредятину, но просто вот прошлый ее был комментарий о том, что я должна взять своего первого бывшего мужа и поехать жить в Испанию. Но это просто как-то, знаете, вот я сейчас подумала, этой серии «Обратите на меня внимание». Вот, ну, обратите на меня внимание. И я затронула тему, что мои уважаемые зрители, тем, которым 50+, вам есть чем заняться в жизни, поискать какие-то интересы, обучиться чему-то новому. И, как я уже говорила во многих своих видео, что всем нам нужно немножечко любви. Ну, просто не хватает немножечко любви. Конечно же, у нас у всех есть какие-то программы из детства, какие-то нарушения психики, не без этого, вот эти все абьюзеры, нарциссы и вся вот эта травматика. Я не врач, я не берусь это лечить, но я знаю, что это существует. Я, конечно же, это отрицаю, как и все нормальные люди, но вижу, что это существует. То есть тут отрицание отрицай, это имеется. Что я хотела сказать, что мне многие пишут, что я там недостаточно красива, не такая у меня там укладка, макияж. Вот, смотрите, я без макияжа была в прошлом видео, и мне написали, сделали комплимент, что я красивая. А почему красивая? Потому что у меня красивая душа. Вот у меня красивая душа. И я сидела в магазине на кассе, и приходила женщина ко мне такая, ну лет, ну может 76, знаете, она такая вся в морщинках, у нее вот это вот все лицо, все в морщинках. Но у нее такие добрые глаза, у нее такой горящий взгляд. И я ей сделала комплимент. Говорю, женщина, вы так хорошо выглядите. Вот смотрите, она была без прически, она была без макияжа. То есть она была обычная такая статистическая белорусская женщина, там, с какой-то гулькой. Да, но у нее так горели глаза, что не у каждой молодой женщины горят так глаза. Вы понимаете? То есть у нее вот это была такая доброта. И когда мне было лет 30, я сказала, Господи, я хочу... Ну, то есть есть два развития событий, два способа быть в старости такой вот бабкой, такой вечно недовольной, такой, знаете, бабкой-ёжкой, змеюкой, сидеть на лавочке и всех обсуждать, и говорить, какая ты там херовая, одела там короткую юбку и все вот это. Или быть же бабушкой такой божьим одуванчиком, чтобы тебя внуки безумно любили, чтобы тебя твои дети безумно любили и плакали, когда ты умрешь. Ну, как бы нет. Но имеется в виду, что быть вот этим светлым человеком, и я сказала, Господи, я хочу быть вот этим светлым человеком в старости. То есть я хочу, мне не важно, как я буду выглядеть там, не быть топ-моделью, но я хочу иметь вот это горящее, такое светящееся,
светом сердца, добром. Понимаете, я к этому иду. Я к этому иду и вас этому учу. Так вот, мне пишут про мой канал, что он там неинтересный, что он там занудный и все вот это. Ну, смотрите, это все непрофессионально, это все любительские съемки. То есть вы попали на канал Ирины Конаховой, я не являюсь профессионалом. Я вам просто рассказываю, сейчас каждый может включить камеру и что-то снимать, и что-то вам рассказывать. Я с вами делюсь своей жизнью. И заметьте, я вас не обременяю там какой-то своей бытовухой, как я там бесконечно убираю, как я там что готовлю. Я вам показала, что я готовлю, это как бы такой попурри у меня, да? Что-то я вам готовлю, что я вам интересно рассказываю. Я считаю, что это вот самый оптимальный вариант для моего канала. И я как зритель, я люблю говорительные видео, потому что если что-то показывают, а я в это время готовлю, я в это время там мою посуду, то есть мне неудобно смотреть это видео. Мне удобно смотреть говорительное видео, и я думаю, вам тоже. Мы все включаем блогеров, когда мы что-то делаем или мы кушаем, то есть, ну, чтобы слушать, да, чтобы нам что-то интересное, полезное рассказали. Потому что в кутерьме этих дней мы не успеваем, ну, что-то посмотреть в своей жизни. Вот, так, возвращаясь к своему каналу, то есть у меня нет такой идеи, чтобы всем угодить. Это я поняла еще в 20 лет. Всем хороший не будешь, понимаете? И даже я как зритель, я голосую, то есть я тоже захожу на YouTube. Если мне не нравится какой-то блогер, я просто его выключаю. Ребята, вас никто здесь не держит цепями, не приковал, не заставляет. Я понимаю, что да, может быть, вы бы хотели смотреть мой канал, но чего-то вам в моем канале не хватает. Я хочу сказать, что так не хватает вас. Потому что, например, если я смотрю тех блогеров, которые мне нравятся, мне нравится все. Я жду просто выход видео этого человека. Да, ну как сказать, да, я вижу какие-то недостатки. Там съемок, того всего, но мне нравится энергетика человека. Энергетика. То добро, тот свет, который человек этот несет. И я уже закрываю глаза на его непрофессионализм. Я просто слушаю его интересные какие-то истории. Вот он просто болтает, он может ничего интересного не показывать. Но он что-то интересное рассказывает. То есть, понимаете, мы же заряжаемся друг от друга. Я несу большой заряд энергии вам. Большой заряд энергии. Это я уже знаю, уверена на 100%. Поэтому здесь те люди, которые заряжаются от меня добром и светом. И я тоже заряжаюсь у таких блогеров. И еще раз хочу сказать, если мне что-то не нравится, я просто перестаю смотреть этого человека. Были люди, которых я смотрела, я их перестала смотреть. Почему? Потому что я сравнивала себя с ними. И я поняла, что мне надо быть самой собой. Все. Я сейчас смотрю тех блогеров, с которыми я более-менее на одной волне. И как бы, ну, где-то чему-то учусь. И, конечно же, чему-то как бы, ну, заряжаюсь, и просто мне интересно смотреть этих людей. Все. Еще раз говорю, вас никто не заставляет смотреть мой канал. Если вам не нравится, вы просто отсюда уходите, молча перестаете меня смотреть. Если же вы, конечно же, хотите заявить о себе, что что-то там вам не понравилось на моем канале, вы имеете на это право, без вариантов. Но я тоже, как человек, как блогер, имею право ничего не иметь на своем канале. Вот он какой есть. Вот вы смотрите, там пусть говорят. Вот вы смотрите новости там в 9 вечера. Вот вы смотрите какое-то там поле чудес, которому уже, не знаю, 25 лет, наверное, не знаю, сколько там у той программе лет. То есть смысл этой программы, да, не меняется на протяжении 20 лет. Как же я могу изменить свой канал? И так я стараюсь вам что-то интересное рассказывать, что-то показывать, ту же осень в Бресте, какие-то свои мысли, какую-то там готовку. То есть я как могу стараюсь разнообразить свой контент. Не без этого. Я знаю, что нельзя снимать одно и то же. Я поэтому уволилась, чтобы не снимать вам в темное время суток, потому что мне самой, как автору, это неинтересно вам показывать. Пришла ночью, что-то дома рассказала. Нет. У меня на первом месте мой канал. Мой канал, поэтому я стараюсь вас веселить, как только могу. Все. Еще раз хочу сказать, если вам что-то не нравится, это внутри вас. Значит, вы меня не принимаете, значит, я вас чем-то раздражаю, значит, у нас разные взгляды на какие-то вещи. Все. Потому что если вы работаете над собой, а что значит работа над собой? То есть поменять свое восприятие мира, поменять свое какие-то взгляды на какие-то вещи. Вот я вам сейчас пытаюсь это немножечко менять, да,
по поводу узкого мира, по поводу узкого видения вашего мира, что надо что-то делать в своей жизни, развиваться, чему-то новому учиться. Это я поняла 40 лет. Потому что если ты не будешь развиваться, если ты не будешь учиться чему-то новому, тебя просто заберут из этого света, ты умрешь и все, и как бы тебя больше не будет на этой земле. Если же вы хотите прожить еще какой-то период времени, милые мои бабушки, ладно, вы мне не бабушки, взрослые женщины, которым 50+, вы должны чем-то увлекаться. Будь то садоводством, разводить какие-то цветы, будь то вязанием, будь то кулинарией, будь то изучением каких-то тех же языков, будь то ходить на какие-то танцы, на какой-то там тот же бассейн или какой-то спорт, понимаете? У вас должны быть интересы. Не просто сидеть и кормить своих внуков. У вас должна быть своя жизнь, свои интересы в жизни. Все. И если же Ирина Конохова не соответствует вашим интересам, вы просто нажимаете кнопку «Больше не смотреть». Все. Если же вы хотите меня смотреть, значит, вы должны поменять свое восприятие жизни ко мне. Или вы меня принимаете, или вы меня не принимаете. То есть другого не дано. То есть я меняться, подстраиваться всех не буду. Я просто не могу. У меня, например, 1000 подписчиков, ну то есть 1000 зрителей, которые меня смотрят вот в первое время, в первые часы. И, естественно, как я могу угодить 1000 человек? У каждого свои какие-то взгляды на жизнь. Как я могу всем угодить? Какие-то есть, да, стороны, которые вас привлекают, и поэтому вы меня смотрите. Конечно же, вы можете меня критиковать, конечно же, вы можете высказывать свое мнение. Но я такая, какая есть. Все. То есть я сама, как автор, очень самокритична. Очень. То есть вы не представляете, как я сама себя критикую, как я отслеживаю свой контент, как я смотрю видео, как я себе говорю, вот здесь вот так сделала, вот здесь вот так вот сделала, вот здесь надо вот так вот. И как я кайфую от своих видео. Когда я вижу реально вот этот вот свет, когда я вижу реально вот эту энергию, когда я вижу реально этот смысл, даже, может быть, какой-то божий смысл, который я хочу вам передать. Понимаете? То есть, по сути, даже, может, я сама себе не принадлежу. С вами говорят высшие силы, которые говорят вам, чтобы вы жили свою жизнь, чтобы вы радовались своей жизни. Вот как... Я, конечно, не сильно православная, но вот это, вот, знаете, молитва. Радуйтесь, люди. И как не радоваться в жизни в 40 лет, когда уже, ну там даже 50, когда уже там осталось какой-то десяток лет пожить, уже хоть на этом десятке лет научитесь радоваться жизни, Господи. Уже не клеймите вы других людей, что там не такое, как надо, что он не соответствует вашим представлениям. То есть в мир, чтобы вы понимали, в мир мы приходим каждый сам по себе. И я не обязана соответствовать вашим представлениям. Представляете? И я, то есть, такая, какая есть. И вы не обязаны соответствовать моим представлениям об идеальном человеке. Все. То есть, каждый живет сам по себе свою жизнь, и просто мы на каких-то таких общих моментах притягиваемся. На каких-то общих интересах мы притягиваемся. Я не знаю. Я не знаю, что вам еще сказать. В принципе, я уже все это объяснила. Какой-то был такой комментарий, что вот объясните нам, Ирина, почему вы блокируете хейтеров? А почему я не должна их блокировать? Ну вот скажите, вот как я смотрела Катю Ваню, вот пришли в ваш дом люди и насрали. Понимаете, пришли в ваш дом, где ты все это розами, благоухание такое у тебя в доме, ароматы. Ты людям стараешься дать частичку своей души, добра и света и любви. А человек пришел и насрал. И что? И его впускать по-прежнему в свой дом? Нет. Ты просто блокируешь этого человека, чтобы он больше не приходил и не срал в твой дом. Ну, это же очевидные вещи. Вам это не очевидно? Вы будете пускать соседа, который на своих башмаках несет вам говно в дом? Нет. Так и я. Да, я жила в Европе, да, я какой-то такой там демократический человек, но срать в моем доме никто не будет. Нет. Я здесь стараюсь выстраивать отношения с добром, с любовью, с какой-то взаимовыручкой, с какими-то советами, еще раз говорю, я у вас прошу советы, очень благодарна за те советы, которые вы мне даете. То есть это наше такое живое общение. Просто я вас всех не вижу, вот только видите меня.
Вот, потому что я открытый человек, и мне скрывать нечего, и мне стыдиться нечего, то есть я какая есть, такая есть. То есть мне изображать из себя ничего не надо. Так что надеюсь, вам все доступно я объяснила. Пойду есть семечки и смотреть умное кино. «Зелёная планета» называется. Да, я давно уже его хотела посмотреть, так получилось, что когда смотришь Инстаграм, там такие рилсы, там с какими-то там фильмами, я делаю скриншот этих фильмов. И мы сегодня сидим, и Юля говорит, надо посмотреть фильм. Я говорю, какой? «Зелёная планета». Я говорю, о, я хочу уже давно этот фильм посмотреть, уже, наверное, на протяжении месяца я хотела его посмотреть, но все никак не доходило. Так что сейчас пойдем смотреть фильм «Зелёная планета». Все, мы посмотрели фильм. Название «Прекрасная зеленая». Я перепутала, извиняюсь. Ну, фильм такой себе. С глубоким смыслом. Немного для меня туповат. Не знаю. Но смысл такой, конечно же, что надо беречь нашу планету Земля. За эти все выхлопные газы, все вот это. Радоваться жизни, простым вещам, простой еде. Там немножко идет пропаганда сыроедения. Ну, короче, кому интересно, посмотрите, я много видела рилс на эту тему. Еще раз говорю, фильм называется «Прекрасная зеленая». Да. А я пока буду ужинать, так сказать, вкусно пообедала, но хочется и поужинать. Смотрите, буду доедать свои оладьюшки. Оставила Юле 3 штуки, себе подогрела 3 штуки. Так вкусно с этим сгущенным молоком. И здесь у меня еще такое пирожное с какао. Не знаю, съем ли я целое или половину. В любом случае, буду пить чаечек.